Говоря о ключевых проблемах, первая проблема – беспилотники. То есть просто по количеству беспилотников, ну реально, воздух, он просто гудит. Основное средство обнаружения – это глаза и уши. Уши в первую очередь. То есть средств обнаружения у личного состава практически нет. Отбиваются стрелковым оружием. Что касается средств радиоэлектронной борьбы, я посмотрел дронобоечки, которые были, померил. Мягко говоря, эффективность, ну, очень близка к нулю. По одной простой причине. Совершенно другие частотные диапазоны. Укры вообще не маскируются. Вот так вот машут пролетающие птички. Они уже привыкли к тому, что там летают только укровские птички.